Сорт томата Сержант Пепперс. Этот сорт родом из США. Это среднеспелый сорт. Высота куста достигает в открытом грунте до 2 метров. Красивые вот такие плоды темно-розового цвета и фиолетовые плечики от плодоножки идут. Сердцевидная форма у него. Средняя масса плода бывает от 120 до 200 грамм. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и теплицы. Обязательно требуется подвязка и формирование в 1-2 стебля. В разрезе томат мякоть имеет розовый цвет, многокамерный, по вкусу сладкий, без кислинки. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.